Добрый день! Сегодня я собираюсь рассказать вам о Марине Алексеевне Соколовой, одном из ведущих отечественных специалистов в области фонетики английского языка. За годы деятельности научной школы, которую она возглавляла, были подготовлены десятки высококвалифицированных специалистов в области фонетики английского языка, которые успешно работают сегодня как в нашем университете, так и во многих других высших учебных заведениях Российской Федерации. Когда ее ученики и коллеги из разных вузов собираются вместе на конференциях, семинарах, защитах диссертаций, обязательно ее вспоминают. А для тех, кто сегодня работает на кафедре фонетики и лексики английского языка, принадлежность к школе Марины Алексеевны Соколовой – это своеобразный знак качества. Удивительно, как часто мы, ученики Марины Алексеевны Соколовой, говорим по самым разным поводам. Интересно, что бы сказала об этом Марина Алексеевна? Прежде чем представить ее научные и учебно-методические труды, приведу некоторые факты из ее профессиональной деятельности. Марина Алексеевна Соколова – кандидат филологических наук, профессор с 1984 по 1990 годы, заведовала кафедрой фонетики английского языка Московского педагогического государственного университета, а затем была просто профессором кафедры. Она родилась 28 апреля 1924 года в Москве. После окончания в 1948 году факультета английского языка Московского городского педагогического института имени Потемкина и в 1951 году аспирантуры при кафедре фонетики английского языка, Марина Алексеевна в течение 9 лет работала в должности старшего преподавателя кафедры английского языка Московского областного педагогического института имени Надежды Константиновны Крупской, а с 1961 года на кафедре лексики и фонетики английского языка Московского государственного педагогического института имени Владимира Ильича Ленина. В 1954 году она защитила кандидатскую диссертацию. В 1965 году Марине Алексеевне Соколовой было присвоено ученое звание доцента, а в 1987 году ученое звание профессора. Она является одним из ведущих отечественных специалистов в области теоретической фонетики английского языка. В центре ее научных исследований был функциональный анализ фонетических единиц языка. Теоретическим обоснованием работы фонетического объединения, а впоследствии научной школы, послужило понимание языка как сложной системы, состоящей из множества взаимодействующих систем, что обусловливает способность языка обслуживать все сферы деятельности человека. В рамках данного подхода реализация просодических единиц языка в различных видах коммуникации рассматривалась во взаимодействии с лексическими и грамматическими единицами. Эти принципы, сформулированные Мариной Алексеевной, и сегодня определяют направление наших исследований. Разработки научной школы Марины Алексеевны Соколовой нашли отражение в созданном в ее рамках учебно-методическом комплексе, который включает программы, учебники и учебные пособия по практической и теоретической фонетике английского языка. Учебники и учебные пособия, созданные авторскими коллективами под руководством Марины Алексеевны, многократно обновлялись и переиздавались, и до сих пор переиздаются. Данные программы и учебники являются базовыми и широко используются в высших учебных заведениях России. Что же определяет их актуальность и востребованность? В основе этих учебников системно-функциональный и стилядифференцированный подходы к обучению иноязычному произношению. Специфика этого подхода состоит в том, что на всех этапах обучения
учитываются функционально-стилистические особенности произношения на сегментном и сверхсегментном уровнях. Фоностилистика стала одним из ключевых разделов курсов практической и теоретической фонетики и остается визитной карточкой нашей научной школы. Важно подчеркнуть профессиональную направленность курса фонетики. Обсуждение каждой проблемы имеет выход в практику обучения произношению и в школе, и в вузе. В учебниках представлена уникальная методика обучения английскому произношению, которая позволяет сформировать произносительные навыки и включить их в систему коммуникативных компетенций учащихся. Система обучения фонетическому аспекту английского языка, созданная Мариной Алексеевной Соколовой, имеет особое значение для профессиональной подготовки будущего учителя. Но научная школа – это не только научные труды, диссертации и учебники. Это люди, собравшиеся вокруг своего учителя, хорошо понимающие друг друга, готовые работать вместе и, главное, получать удовольствие от этого общения. Марина Алексеевна весьма серьезно и даже строго относилась к отбору учеников и тем более к научному руководству. Ученики и аспиранты Марины Алексеевны регулярно встречались у нее дома, и в это время они говорили не только о диссертации. С ней можно было делиться любыми проблемами. Она знала все домашние дела, помнила имена мужей, возраст детей, болезни родителей. Но при этом она была и очень требовательна во всем, что касалось работы. Если что-то не делалось в срок, Марина Алексеевна гневалась. Сама она много работала, но делала это как-то легко, между прочим. Было понятно, что ей много интересно – и семья, и дача, и путешествия, и книги. При всех ее научных достижениях ей была присуща самоирония и философский взгляд на вещи. Мне кажется, что она обладала особой интуицией. Она чувствовала, что актуально в науке, всегда была в курсе передовых идей, а иногда и опережала их. Это ее свойство позволило кафедре и научной школе успешно работать несколько десятилетий и сохранить научную репутацию. Марина Алексеевна каким-то удивительным образом поощряла каждого из своих учеников к научной и учебно-методической работе. И все это опять-таки было как бы между прочим. А вот надо бы вам учебник написать, а не пора ли начать работать над диссертацией? И учебники издавались, и диссертации защищались. Домашние посиделки у Марины Алексеевны – это особая традиция. Каждый год в конце зимних каникул дома у Марины Алексеевны собирались ее бывшие аспиранты. К этому событию долго готовились и потом долго обсуждали. Поскольку учеников становилось все больше и больше в последние годы, ей приходилось разделить учеников по поколениям и устраивать три приема для старших, молодых и маленьких. А бывшие аспиранты из других городов приходили к ней в гости, когда бывали в Москве. Интересно отношение Марины Алексеевны к административным должностям. Она заведовала кафедрой фонетики английского языка не так долго, с 1984 по 1990 годы. В современной терминологии менеджером она была вполне эффективным, хотя вся бюрократическая часть работы ее утомляла и раздражала. Я это очень хорошо помню, поскольку какое-то время работала лаборантом на ее кафедре. Но потом Марина Алексеевна решила сама, что пора уйти с заведования. Она подобрала достойного преемника, это была Раиса Михайловна Тихонова, и Марина Алексеевна стала просто профессором кафедры. Но при этом до последних дней именно Марина Алексеевна определяла и содержание нашей работы, и тональность профессионального общения. Марина Алексеевна не любила пышных слов в свой адрес, и мы, ее ученики, никогда не произносили их вслух, но всегда понимали, какую роль она сыграла в жизни каждой из нас, и мы благодарны ей за это. Предлагаем вам познакомиться с трудами Марины Алексеевны Соколовой, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ,
сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. Диссертационное исследование Марины Алексеевны Соколовой, защищенное в 1954 году в МГПИ имени Потемкина, рассматривает словесное ударение как один из способов словообразования в английском языке. Сборник, ответственным редактором которого выступила Марина Алексеевна Соколова. Сборник посвящен проблеме просодической организации стилистически разных текстов. Статьи направлены на выявление инвариантных и вариативных просодических признаков текста разной стилистической принадлежности, установлению случаев просодической синонимии. Сборник посвящен анализу функционирования фонетических единиц сегментного и сверхсегментного уровня. Функция фонетических единиц рассматривается во взаимодействии с лексическим и грамматическими средствами. Предлагаемые статьи представляют результаты экспериментально-фонетических исследований, значительное место в которых занимает функциональный анализ акустических характеристик речи. Сборник посвящен различным аспектам теоретической и экспериментальной фонетики, ритмо-мелодическому компоненту просодии, типологизации просодических структур, изучению просодии с позиции социолингвистики, психолингвистики, теории речевых актов. В статье Соколовой анализируются оппозитивные диалогические блоки, реализующие воздействие преобладающей эмоциональной доминантой в двух видах речевой деятельности – подготовленном ролевом чтении и спонтанном говорении. В учебнике описана английская фонетическая система. Он состоит из 6 глав, включает раздел фоностилистики, схемы и таблицы. В учебнике учитываются достижения современных теоретических исследований. Учебник предназначен для студентов, изучающих английский язык в высших учебных заведениях. Будет полезен преподавателям английского языка. Пособие многократно переиздавалось и используется студентами, изучающими фонетику английского языка и сегодня. Учебник представляет собой нормативный курс фонетики английского языка. Цель учебника – формирование навыков правильного английского произношения и профессиональной ориентации студентов, то есть обучение студентов тому, как использовать полученные знания и умения в дальнейшей педагогической деятельности. Учебник состоит из теоретической части, где излагаются основные моменты теории фонетики английского языка, и практической, включающей упражнения, направленные на закрепление и практическое усвоение материала. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению специальности филология. Учебник также многократно переиздавался. Данный учебник предназначен для студентов первого курса факультетов и отделений английского языка педагогических вузов. Он начинает серию учебников, обеспечивающих практический курс английского языка для всех 5 лет обучения. Основная цель учебника – обучение устной речи на основе развития необходимых автоматизированных речевых навыков, развитие техники чтения и умения понимать английский текст, содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, а также развитие навыков письменной речи в пределах программы для первого курса. Учебник состоит из 4 частей. Первая часть – коррективный курс, вторая – основной курс, третья – раздел упражнений по интонации и четвертое – раздел упражнений по грамматике. Коррективный курс включает уроки, в которых постановка произношения сочетается с работой по развитию речевых навыков при постепенном усложнении структуры речи. Здесь же даны основные сведения по английской орфографии и правилам чтения. Учебник написан на основе методических принципов обучения иностранным языкам, которые в течение многих лет разрабатывались теоретически и отражались в практике преподавания и написания учебных пособий в Московском педагогическом государственном университете под руководством известного лингвиста и методиста профессора Аракина. В отличие от предыдущих изданий практического курса под редакцией Аракина,
Фонетические материалы даются на английском языке, как они и преподаются в условиях возросшего знания поступающих в педагогические вузы. Первое издание вышло под названием «Новый практический курс английского языка для студентов педагогических вузов». Учебник представляет собой практический курс фонетики английского языка и включает 4 раздела, каждый из которых соответствует определенному этапу обучения. Вводно-коррективный курс, базовый фонетический курс, фонетический курс продвинутого уровня и курс фоностилистики. Учебник создан на основе методических принципов обучения фонетическому аспекту языка, которые в течение многих лет разрабатывались на кафедре фонетики английского языка Московского педагогического государственного университета. К учебнику прилагается современный аутентично звучащий материал в исполнении носителей британского варианта английского языка. Учебник предназначен для студентов 1-3 курса, изучающих практическую фонетику, а также для всех, кто хочет овладеть английским произношением. С перечнем работ Марины Алексеевны Соколовой, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.